31 мая тут яшчэ красілі арэлі, жадалі паспець да свята. Цяпер гэта сапраўды утульны дворак. На примере этого дворика я хочу, чтобы в нашем районе и дальше развивалось тесное взаимодействие по благоустройству дворовой территории не только силами коммунальных предприятий, но и с привлечением жильцов. Зрабили своими руками на радость детям. Добрая справа. Для жыхароў улиц Якубовского, Тесурганова у Могилеве это не у новину. Практически в каждом дворе что-то есть, и каждым раз все интереснее и интереснее. Вы, я думаю, в этом убедились сами. Поэтому я очень рада, что всем нравится. К празднику детства у нас такой замечательный двор. Здесь интересно играть, веселиться. Мне нравится кататься на кольке. Самая любимая моя площадка. Ідэя стварыць дзіцячую пляцоўку належала мясцовым жыхарам. Уже ў справу падтрымалі і сумеснымі намаганнямі пабудавалі гарадок. Кажуць, хутка тут з'явяцца яшчэ некалькі ігравых канструкцый. Дзецям на шчасце, а іншым дварам Магілёва на заметку. Андрэй Шуляк, Віталь Вопсіў, навіны рэгіёна.